Подтопленные населенные пункты Нижнеудинского и Тулумского районов очищают от погибших животных. Их число превысило несколько сотен. Сотрудники ветеринарной службы обследуют дома. Собак, домашнюю птицу и скот находят на крышах и в подвалах. Территорию участков дезинфицируют. Страшно, конечно, картина. Много трупов. И у людей горе. Потеря домов, потеря животных. И приходится из-под завалов недоступных доставать животных, трупы. По словам ветеринаров, в таких условиях им пришлось работать впервые.